Итак, друзья, 20 мая группа ГАЗ запустила в серийное производство новый коммерческий автомобиль под названием «Газель НН». И перед тем, как рассказать все подробности, проверьте, подписаны ли вы на канал, а также жмите на колокол, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков. Итак, сначала новая «Газель НН» будет продаваться с бортовой модификацией. Вторая будет цельнометаллические фургоны. Масса таких автомобилей составляет 3,5 тонны. В будущем компания планирует перевести все автомобили группы ГАЗ на новую платформу. Начало производства новых автомобилей приурочили к 800-летию Нижнего Новгорода. При этом в церемонии начала производства приняли участие высокопоставленные лица, такие как представитель Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Самое главное в новой «Газели НН» – это переход на новую платформу. Она даст возможность использовать широкие возможности цифровых сервисов. Автомобилю будут доступны интеллектуальные системы помощи водителю, а также будут доступны беспилотные технологии. Также в скором будущем планируется для моделей установка камер и различных датчиков безопасности и так далее. В прошлых видео я уже рассказывал о новшествах в салоне. Автомобилю будет доступно новое кресло с регулировкой в 11 плоскостях, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном и современной графикой, бесключевой доступ в салон, запуск двигателя с кнопки, электронный стояночный тормоз, а также, по заявлению производителей, в автомобиле улучшили шумоизоляцию. И теперь новая «Газель НН» с переходом на новую платформу вышла на совершенно новый уровень. Эффективность работы современных систем активной и пассивной безопасности сможет обеспечить высокий уровень защиты людей и сохранить груз. Из доступного уже в базе будет одна подушка безопасности, далее система динамической стабилизации, система помощи при экстренном торможении, система электронного распределения тормозных усилий, противобуксовочная система, система помощи при трогании на подъем, и все это даст больше уверенности водителю в любых дорожных ситуациях. Также «Газель НН» получила дисковые тормозные механизмы на всех колесах. При этом автомобиль остается самый низкий по стоимости в своем классе. А что вы думаете по поводу новинки? Пишите свое мнение в комментариях, а также переходите на канал. Там еще много интересных новостей.